По итогам прямого эфира на телеканале ТНТ «Поиск» глава округа раздала поручение руководителям городских служб. Список озвучили на еженедельном плановом совещании. И вот некоторые моменты обсуждения. Чайковского 58. Тоже ваша, да, Алексей Вадимович? Записывайте, пожалуйста. Некачественная уборка подъездов, самодеятельная, дом 7. Чья? РЭО 11, чья? Тоже ваша. Света, к вам сегодня много вопросов. Демьяновский проезд, Борщевик. Все, что касается муниципальных земель, я с полной ответственностью могу заявить, что на сегодняшний день муниципальные земли окошены 100%, обработаны химическими реактивами 100%. Те земли, которые нам сейчас удается вовлечь в именно историю, скажем так, муниципальную, с муниципальным финансированием, мы сейчас эти работы проводим, но там, где эти земли частные, мы можем работать только на упреждение, на уведомление собственников, на привлечение их к ответственности в установленном законном порядке. Вот эти все адреса, это адреса, по которым проедет муниципальная группа в составе главы, соответственно, сотрудников прессы, и, возможно, где-то я присоединюсь. И по каждому из этих обращений мы отработаем.